Семья Демичук из Новой Малклы – одни из настоящих героев наших дней. Будучи родителями троих детей, несколько лет назад они решили взять себе еще и приемных. Первыми были 5 ребят, оставшиеся без отца и матери. Их взяли из детского дома. Потом взяли еще троих. Сейчас Олег Демянчук и его жена Светлана Москальчук, мать и отец, 11 детей. Валерия, ей 6 лет. Виктория, ей 6 лет. Аполлинария и Кирилл, им по 7. Роме 10. Игорю 12, Виктории 12, потом у нас идет Танюшка, ей 14, исполняется через месяц. Два мальчика по 17 лет, это Степан и Виктор, и старшая дочь Диана, ей 20. Все это время семье не хватало одной важной вещи – многоместного автомобиля, в который могли бы уместиться все дети. Во-первых, это каждый день разгрузить. Садик, школа, детский сад, там, две школы у нас, средняя, начальная. На своей машине маленькой я 2-3 раза развозил из дома. Лучшим вариантом для семьи был бы микроавтобус. И 10 марта их мечта сбылась. На заседании демографического совета при губернаторе они получили ключи от новой «Газели» из рук Сергея Морозова. По словам главы семейства Олега, машина точно подходит для них. В нее поместятся все 11 детей, в том числе и двое старших, которые сейчас учатся и работают под Москвой. А мама не скрывала радости по поводу того, что теперь вся семья сможет осуществить свою мечту. Всем вместе отправиться на море. Получалось, что на мероприятия мы брали только... кого-то из ребят, получается, не было такой возможности. А теперь, естественно, с таким автомобилем мы сможем посещать все мероприятия, куда нас приглашают. Мы планируем в августе поехать на море, мы сами сможем, еще никогда не было. Так что в августе теперь на таком большом автомобиле мы всей семьей поедем отдыхать. Получать машину мама с папой взяли троих детей, родную Аполлинарию и приемных Кирилла и Рому. Дети, можно сказать, влюбились в новую машину с первого взгляда. Каждый занял в ней свое место и устроился поудобнее, чтобы отправиться в первую поездку на губернаторской газели. Место за рулем занял, конечно же, отец, хотя, возможно, скоро возить детей будет и мама. Светлана признала, что она уже выучилась на права, и ей осталось только сдать экзамен. А если осуществится мечта их дочери, то возить нужно будет уже не 11 человек. Я мечтаю, чтобы у моей мамы родился еще... 2 ребенка. Пока же Олегу предстоит развозить по школам и детсадам 9 сыновей и дочерей. Первый такой рейс ему предстоит уже на следующей неделе. Игорь Улитин, Данил Сурков. Новости дня. Ульяновская правда.